Всем привет! В общем, сегодня 9 декабря, 2020 год. В общем, давно не снимал. Как-то оно и на телефоне памяти не было. Надо было смонтировать видео, выложить. Время все не хватает. Ну и как бы особо снимать-то нечего было там. Такое. В общем, начали мы пахать вот с 1 декабря. Так получилось, что мы до 30-го все, что нужно было, задисковали с Серегой. 30 числа закончили, 30 ноября. Ну и с 1 числа заперецепились и начали пахать. Пашу сейчас вот суданку. Задача была вспахать ее не глубоко, но так, чтобы плуг пахал. В общем, сейчас глубина борозды, вот когда я начинал, сейчас не мерил, ну, примерно там плюс-минус 23 было, ну, походы-то где-то 25 примерно получается. Так как бы неплохо пашет, но судя по тому, что там лемеха уже просится на замену, они подтертые, там одной полевой доски нет, ее и прикручивать-то не к чему, там стерто по болты, где крепление ее. Так что вот так вот отрегулировал, пробовал чуть-чуть заглубить, буквально два витка, тогда он пашет где-то на 30, где-то под 30, ну, это глубоко. Почему мелко? Ну, как бы, в прошлом году зимой осадков не было, да и сейчас земля не сильно влажная. Это то, что сегодняшней ночью был небольшой дождик. Ну, как, в принципе, можно сказать, что практически его и не было. На асфальте, на бетоне лужи, а на земле-то особо так слегка влажная, и все. Даже он на колесо практически не налипает. Так что, как бы, чтобы сохранить влагу какую-то, которая там есть еще, задача была запахать не глубоко. Пашу 2-3. По пахоте у нас... Мне тут, наверное, еще два дня. Вове еще, наверное, день-два. Кстати, он тут пашет вот в соседнее поле. Тоже сюда. Вот за зеленым, не знаю. Стекло чуть-чуть запотевшее. Не это. Надо Сереге, надо пахать. Серега поломался. Там что-то у него. В общем, упало давление. Ну и масло мотор подъедал. Стал он на ремонт. Как бы тоже давно напрашивался мотор на ремонт. В общем, стал он ремонтировать. Так что его поле надо запахать. И еще там 50 гектар овес падалится. Ну не знаю, там КРДшка чи КСДшка, как там правильно она. Хотят докосить его. Сейчас в последние дни был ветер, поэтому... Поэтому пока не косили, но докосят, не знаю, что. Наверное, пахать будет. Вот тут у нас такой кусочек остался этого виноградника. Не знаю, никак мы его не распашем. В принципе, он чистый. Но есть кое-где небольшие деревца. И с виноградные колы обломанные. Как бы на колесном тракторе не хотелось бы, потому что гусеничного у нас нету. Не хотелось бы наехать на него колесом. На этот кол где-нибудь в траве. Поэтому никак мы его не допашем. Не распашем. Тут его и пахать-то там гектар 7.
6, 7, ну скорее их всего гектар 7. Так что вот такие вот дела у нас. Работаем потихоньку. Ну не знаю, там еще пара 150 гектар. Когда будем пахать, сейчас или может быть весною, там еще вопрос стоит. Как по погоде, не знаю. Так что пока пашем. Погода у нас, в принципе, ну как сказать, плюсовая температура, плюс 3 вот сейчас, наверное, примерно 3, может 4. Было пару морозцов таких градусов до 3. А так приморозки. Вот такое. Особо холодно еще не было. Влаги, конечно, маловато. Осадков не хватает. Даже вот как-то в конце ноября, не помню какого числа, может я сейчас ставлю вставку, я дисковал уже последние дни, летала паутина. Было, наверное, плюс 16, но это так, в тени. А на солнце там, наверное, было больше 20, где-нибудь в затишке. Потому что было реально жарко. Реально я включал кондиционер. Потому что солнце бьет вот так в окна. Ну вот, в общем, как-то вот так вот. Вот такие у нас дела. Пашем, не знаю, что там будет дальше. Что-то будет интересное. Сниму. Сниму немножко плуг. Как буду на улице. В общем, сегодня 10 декабря, 2020 год. В общем, пашем. Вот такая у нас сегодня погода. Туман. Там на градуснике примерно плюс 5. Но по прогнозу передают плюс 13. Ну, посмотрим, что там, как там к обеду. В принципе, оно вот-вот, как бы солнце где-то пробивается. Где-то. Потому что встает, бывает светлее, темнее. Может быть, к обеду солнышко выйдет и будет тепло. Посмотрим, как по погоде будет. Ну, вот такое состояние лемехов у меня. Вот этот загнуло. Сейчас попробую, не знаю, получится, не получится на месте его выровнять. Первый и последний. Не очень подтертый. В общем, здесь закончил я край, запахал. Сейчас попробую выровнять. Видно, где-то столб виноградный попался. Там пахал я. Видно, где-то припаханный. Сейчас попробую лемех подложить, опустить его полностью и ударить кувалдой. Получится, не получится. Не знаю, может отломится вообще. Потому что откручивать вряд ли я откручу. Они три года назад я поставил, а плуг толком не работал. Почти не пахал я. Мы в основном дисковали. Там болты, скорее всего, закисшие, только автогеном срезали. Или зубилом рубать. Но зубилом рубать тут, короче, на пуле. В общем, я думаю, что неприятно будет раком там стоять. Так, сейчас попробую, что получится. Так, ну в общем, вот я положил конец. Ну, скорее всего, наверное, не получится. Ну, хоть чуть-чуть подровняю. Он-то, в принципе, лезет в землю, пашет нормально, но до вечера я сотру этот уголок. Он сгорит. Попробую сейчас. Так, ну в общем, вот как-то так получилось. Выправил я его. Сейчас с этой стороны зайдем. Ну, в принципе, там только сам вот кончик. Но он, скорее всего, отломится. В принципе, вот как-то вот так вот. Вот такие у меня корпуса. Где-то корпуса есть новые. Я их ставил. Последний у меня стертый. Не видно сейчас. На земле лежит, там даже одна дырка есть под полевую отверстие, а второго нету. Уже стерлось.
вот такое состояние плуга, поэтому он немножечко гуляет. Если, конечно, на 30-35 его заглубить, он будет пахать отлично. Так, ну все, в принципе. Так, ну, в общем, переехал я на эту сторону, пошел уже сколько время, 2:30. В принципе, как синоптики обещали, что будет до 13-17 меня. Ну, это все зависит, в какую сторону ехать, с какой стороны ветер дует. В общем, да. Вышло солнышко, пригрело, я печку заперекрыл, вообще он сижу в носках пошел, окошки приоткрыл, потому что уже жарко, солнышко выходит. Ну, кто работает на этом, на таких тракторах, тот знает, солнце вышло, тепло, солнце зашло, холодно. В общем, вот так вот как-то. Сюда переехал, по-моему, даже стал лучше пахать, здесь немножко земля плотнее. И он как бы держится лучше. Держит. По погоде, ну, блин, честно сказать, на улице вот вылазил, как весной. Не знаю, может, у нас уже весна 10 декабря. Подснежники скоро начнут раскрываться. Ну, передают на завтра вроде плюс 8, потом тоже там что-то или 9 в субботу, на воскресенье тоже плюс 12, ну, не знаю, как это там будет, может, поменяется погода. Так что, пашу, осталась вот там полоска, и тут еще кусок хороший, ну, что, наверное, гектар 10 здесь, может, чуть больше, так что, еще останется на завтра. В общем, вот так у нас погода балует. Хотя, может быть, вот такая погода, ведь, но вечером пойти дождь, на утро снег, так что здесь погода у нас меняется. Может измениться в любое время. В общем, все, буду пахать.